Любимый жанр автора выставки Анастасии Тишкиной – суперреализм. Ее работы очень теплые, лиричные. Создать такую неповторимую романтичную атмосферу помогает техника, в которой работает девушка – сухая пастель. Некоторые работы сделаны на наждачной бумаге, что придает им бархатистость. Это лето, это живые краски, это замечательные цветы – весенние и летние, и удивительные фрукты. Например, гранаты, которые, кажется, не столько изображена кожа самого граната, сколько вот тот живой сок, который скопился в этих красивых зернах. И вот кажется, что он сейчас прорвется наружу, настолько они красивы и реалистично, действительно. Особое место на этой выставке, безусловно, занимают цветы. Тюльпаны, ромашки, розы, сирень. Каждое полотно передает настроение художницы. Кажется, задержав внимание на любой из этих картин чуть дольше, можно почувствовать чудесный аромат этих реалистичных букетов. Мне очень нравится Настина работа «Букет на 8 марта». Такая, знаете, романтика. Фиолетовые, не сиреневые розы, сиреневая такая жемчужным оттенком драпировка, чашка чая. Вот так бы каждую женщину 8 марта встречали бы все. Розы, чашка чая или кофе и нежные весенние тона. Выставка в библиотеке имени Маяковского продлится до 1 сентября. Посетить ее может любой желающий. Ограничений по возрасту нет. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.